Старушка уже совсем. Да ладно, какая старушка? 20 лет, рассвет сил. Это вот когда переход с 18 на 20 был. Выходи, за уши дергать будем. А, нет, не хочу, нет, никогда не понимала этой традиции, кстати. Спасибо огромное. У этого должна быть какая-то предыстория, но мне всегда было стрёмно, вот. Ну, благо, у меня летом день рождения, никто меня не дергал, вот. Иначе была бы уже лопоухой. Спасибо огромное, ребят. А когда в описании поменяешь на 20 лет? С завтрашнего дня поменяемся. Срочно поменяется нимфа. Да, срочно меняем. Уже дизинфа пошла. Так, ну я же написала. Да, мне уже 20, все нормально. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Поздравляю. Спасибо. Было бы красиво еще раз взять три отметки на 279, как и в прошлый раз. Сообщение чату. Донатим донаты и не забываем донатить донаты. Никита. Барилка, ку. Джулия, привет, ребят, спасибо на Трова за Элик. Кисминти, спасибо тебе огромное, да, Настя, было бы красиво. Привет. Марк, спасибо. Обожаю смотреть твои стримы и слушать твой великолепный голос. И, конечно же, поздравляю тебя с днем рождения. Круто. Желаю тебе всего самого наилучшего от всей души. Спасибо огромнейшее, Марк, спасибо, Кисмитис, Марк, всем спасибо еще раз. Мне кажется, я миллион раз могу сказать спасибо, но это не передаст ту благодарность, которую я хочу, не знаю, показать. Вот. Попробуем три метки взять, блин, это было бы круто. Правда, 8% надо апнуть. Ну, а что, а мы сможем, у меня день рождения, имениннику надо подкрутить. Вот. Почему нет? Сделайте мне такой подарок, Леста. Нет. Ай-яй-яй, макушка чешется. И 7, правда, он уже подыхает, но думаю, это ничего страшного. Главное, чтобы тут не было Е4 особо. Ой, все фугасами стреляют, какие вы странные. Реально, что на фугасах? Ну а ладно, они по-другому-то меня не пробьют. Вот так хотя бы по двадцатке снимают. Ой, ну не, ладно, тут не дело не только в 2.79. Я уже поняла. А у меня альфа пройдет, чтобы я цинтан еще убивать? Не, не прошла, жаль. Это какой-то заговор фугасный. Блин, ну так играть, конечно, здорово, я согласна. Тогда все на фугасах. Так бы всегда, блин. Ой, уже какой-то это звой. Спасибо огромное! Света, спасибо большое. Спасибо большое, сейчас Свету. С днем рождения, и раз ты здоровой и счастливой, остальное все мелочи. Ой, да, спасибо. Бля, ребят, вы что делаете? Сейчас дайте поиграть. Тро, спасибо. Свет, Тро, спасибо. Блин, спасибо большое, ребят. С днем рождения, сладкая. Сегодня точно три отметочки будут. Как не в день рождения это сделать? Да, согласна. Блин, ну 8% это прям много, но я думаю, сможем. Сможем. День рождения обязаны. Вот и все. Спасибо огромнейшее. Спасибо большое. Вы меня слышите? Эй, меня имеете? Ну, извините, ребят, любимый стример без пота обойтись не может. И без 279-го день рождения уж точно. Никак не обойтись. Блин, ребят, свечу, стреляем.
Меня напряг только видишь 62. Спасибо большое. Илья Катков, спасибо огромное. С днем рождения, школьница. Давай развивайся и расти большой, сладкая булочка. Блин, спасибо большое. Спасибо огромное. Расту и развиваюсь, как могу, насколько быстро получается, уж не знаю. Спасибо огромнейшее. Меня все сладкой булочкой называют, это, конечно, очень приятно. Булочка и булочка. Я и то, и другое. Спасибо огромнейшее. Блин, обидно. Надо... Блин, а Е4 уехал, да? Что я на это не рассчитывала, то, что Е4 уедет. Так далеко. Плохо, Настя, плохо. Всем большое. Расти большой, большой. Большой булочкой. Где Удис, интересно? Капец, он на Е4 не может это огнеметик пробить. Ну там да, там тяжело, я согласна. Не все справятся. Я не справляюсь, я ненавижу огнемет. Но это лучше, чем арта обычно. Спасибо, ребята, черт. Где Удис? Это Удис меня засветил. Ну где он? Вот, он по моему засветику, я бы не отказалась вообще. А некому. Нихера, он мне еще и пробил, еще и отсветился. Ой-ой-ой. А мне песос. Ой-ой-ой. Нормально, живем. Живем, ребята, в день рождения надо жить. Все, ты гадаешь? Быстрее к Е4 ехать. Ну, первый бой многообещающий. Все, что я могу сказать. Будем надеяться, что продолжим в таком же духе. Поедем светить на Прохоровке. А еще успею. Я не жадина, я, если что, не жадина, я именинница, вот. Мне можно. Ой-ой-ой, как обидно вообще. У меня еще байн был, да? Гасами, ничего себе, гасами дают по 500 этому огнемету. Морда в саже. Ой, хорошо. Спасибо вам еще раз, ребят, большое. Мне очень приятно. Булочки и танк в один день ДР, это явно не совпадение. Так, кстати, я тоже заметила. А что в один день ДР у меня с танками? Да.